Людей спасают из огня. Тушить пожар приехали более 150 спасателей. Понадобилось 40 единиц техники. Возгорание, которое произошло условно, распространилось на 100 гектаров. Так в Барнауле прошли учения. И это один этап из трех. Проводились по паводку в рамках оперативной обстановки. На втором этапе Алтайский край выступил впервые. Значит, такой был пилотном проекте по оказанию финансовой помощи гражданам, значит, через портал государственных услуг. Природный пожар – это последняя тренировка, и сейчас, наверное, одна из самых главных. Ведь если говорить о том, что происходит в реальности, уже сегодня известно почти о 1000 возгораниях. В апреле прошлого года их было около 200. Все это так называемые термоточки, к которым относят и пал травы. В данное время проходит заседание правительства Алтайского края, и первый вопрос, который рассматривался, это как раз готовность сегодня к тушению пожаров. Это такая мобилизация наших сил, когда необходимо всем приложить усилия для того, чтобы не допустить распространения пожарных ситуаций, либо наводнений. Ну а в Черницк приехало порядка 10 служб. В списке сил МЧС, медики, представители газовой службы и, например, районная администрация. В случае с ЧС их работа должна быть отлажена. Друг без друга не смогут сработать оперативно и спасти людей от возможной гибели. Анастасия Наборчикова, Дмитрий Денисов. День с толком.